Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Данте Габриэле Россетти, Прозерпина. 1874 год, холст масла 125/61. Согласно античному миру, Прозерпина была похищена Плутоном, богом подземного мира, чтобы стать его женой. Девушка умоляла вернуть ее к жизни, но бог удерживал пленницу в своем царстве и отпускал на землю лишь на треть года. Атрибут Прозерпины – гранат, символ возрождения, ассоциировавшийся с возвращением героини каждую весну на землю, чтобы пробудить последнюю к жизни. Моделью для Прозерпины стала Джейн Бёрден. Брак с Уильямом Моррисоном, другом Россетти, не приносил ей счастья, и она являлась любовницей художника. Таким образом, картина заключает в себе символический смысл. Возможно, Россетти считал, что удел его Прозерпины пребывать эмоционально то мертвой замужем, то живой рядом с ним. Но вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Данте Габриэле Россетти «Прозерпина», 1874 год. Пока-пока. До свидания.